叫德米特里·瓦歇茨基，中文名是王小明。Когда мне было 5 лет, родители поехали в Китай, и я поехал с ними. Мы заметили, что там он очень активно начал пытаться вступать в диалог с китайцами, потому что они его подкупали своей доброжелательностью, своим неподдельным интересом. Я увидел дома, отличные набережные, прекрасные дороги. Ну, я увидел перспективы и твердо решил, что когда вернусь в Россию, что буду изучать китайский. Периодически говорят о том, что мы перегружаем ребенка, что он очень много занимается, но мы твердо убеждены, что если ты хочешь достичь каких-то результатов, нужно хорошо работать вне зависимости от возраста. Но ему это главное нравится, поэтому это все не в тягость. На самом деле мы спокойно, в общем-то, все успеваем, просто мы не тратим время на телефоны, телевизоры. Хочу стать международным юристом или доктором. Я хочу заниматься интеллектуальным трудом и помогать людям.